Вот такой вопрос мне задали в комментарии к донату. Давайте не будем обманывать сами себя и признаем, что проблемы с долгосрочным планированием есть не только у женщин, но и у мужчин тоже. Женщина не может представить, что через несколько лет мужчина начнет много зарабатывать. А мужчина не может себе представить, что в будущем женщина с ним разведется, заберет детей, попилит имущество и поставит его на алименты. Кроме того, не забывайте, что у женщин, точно так же, как и у мужчин, в разном возрасте разные потребности. В молодости для женщин в приоритете получение эмоций. И только потом, когда женщина нагуляется, она начинает искать себе обеспечуна, которому можно сесть на шею. А для вас главное никогда не забывать, как женщины к вам относились, когда вы еще были бедным студентом. Когда вы начнете хорошо зарабатывать, женщины, конечно, станут обращать на вас гораздо больше внимания. Но совсем не потому, что они в вас разглядели что-то такое, чего не видели раньше. Просто за ваш счет они захотят решить свои материальные, бытовые и жилищные проблемы. Поэтому никогда не верьте женщине. После того, как вы начнете хорошо зарабатывать, женщины станут вам оказывать гораздо больше внимания, но не забывайте, зачем они это делают. И ни в коем случае не передавайте женщине контроль над своими деньгами и другими материальными ресурсами.